Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Специально для вас сейчас в Турции. Регион у нас Didim. Отель, которым будем смотреть, Didim Resort Beach. Пойдемте с вами его посмотрим. К слову, это первая моя поездка после коронавируса, поэтому вдвойне интересно, как сейчас турецкие отели принимают туристов. Сам отель, колонны в греческом стиле. Смотрите, как красиво стоят статуи без рук и без голов. Колонны. Мерят температуру. Ресепшн. Ну и как вы думаете, кто это? Какой-то римский легионер? Может быть, Гай Юлий Цезарь? Ресепшн среднего размера. Мы спустились с вами на минус первый этаж. Зона отдыха. Ресторан. Бар. Маркет. На стенах везде у нас сцены из древнеримского и греческого истории. Добрый день, как вас зовут? Меня Николай. Николай, это очень... моя внучка Алиса. Очень приятно. Николай, как вам отдыхается? Расскажите об отеле пару слов. Отлично. Мы приехали 17 июля. Ага. Все очень хорошо, но сейчас немножко людей набирается больше. Становится немножко тяжелее. А так все очень хорошо. Питание. Нас приняли очень хорошо. Питание отличное. Номер? Номер шикарный, все время убирают, все очень хорошо. А пляж как вам? Пляж тоже все время чистенький, убирают хорошо очень. А для ребенка пляж удобно? Подход есть мелкий? Да, для ребенка очень отлично. Есть большой барьер, то есть он блокирует для детей выход в большое море. Все, круто. То есть для ребенка очень хорошо. Аквапарком пользовались, понравилось? Но покуда еще не пользовались, но собираемся еще попользоваться. В ближайшее время. Хорошо, спасибо большое за ваш отзыв. Хорошего вам отдыха. До свидания. Счастливо. Так, что это у нас такое? Это еще один бар, он сейчас закрыт пока что. А, нет, это главный ресторан. Значит, я все правильно вам сказал. Давайте поднимемся, посмотрим, как он выглядит хотя бы. Браво. Сейчас уже время обеда закончилось. Я просто вам покажу, как здесь все организовано. Видите, стекла, все отгорожено. Раздача еды происходит вот через такие окошки. Чик.
и забрали еду. Чисто, все аккуратно. Хороший ресторан. Чайный уголок. Зона для принятия пищи на улице. Гриль. Здесь под открытым, ну, небом не скажешь, на открытом воздухе столы. Вы можете здесь кушать. И здесь же сразу детская зона. Мини-клаб. Один-две горки, двое качелей. Еще горки есть. И вот, видите, ребята работают с детками, с вашими. Рядом это теннисный корт такой мини получается. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, нравится видео, которое я снимаю, и вы хотите меня поблагодарить, это очень легко сделать. Снизу есть кнопочка подписаться, поставить лайк. Я вам буду за это очень признателен. Также можете порекомендовать мой канал своим друзьям, знакомым. Если вам эта тема интересна, буду вам очень признателен за то, что они подпишутся тоже на него. Также у нас есть здесь раздел «Комментарии». Не забывайте, если вы хотите что-то написать, задать какой-то вопрос, рассказать, как вы отдыхали в этом отеле, пишите, пожалуйста. Это будет полезно как мне, так и другим туристам. Спасибо, что смотрите меня. Музычка сверху. Как? Ике? Депутат, да? Номер 242 стандарт. Ванная комната. Здесь видите ванна, душ. Чистенько, аккуратно все. Это у нас стандарт Sea View. На входе у нас ламинат. Идем дальше. О, смотрите, как интересно сделано. Одна большая кровать. Здесь в закутке маленькая кровать. Еще кресло. LCD-телевизор, бутылочка воды, чайного уголка я не вижу здесь. Демид, это стандарт? Стандарт. В баре пусто. Кондиционер у них центральный. Идем на балкон. В коридоре у нас ковролин. Ребята еще работают. Отель еще только запускается. Барельефы везде на стенах. Так, номер 207. Это Family. Сейчас коллега моя выйдет, я. На входе у нас ламинат. Здесь две кровати. Маленький сейф. Вторая комната от другой закрывается дверкой. Здесь у нас LCD-телевизор, чайник. Я вижу, есть чайный уголок. Большая кровать. Балкона во второй комнате нету. Вид на территорию, на бассейн, на аквапарк. Из первой комнаты у нас выход на балкон и вид у нас на территорию. Так, маленький аквапарк, большой аквапарк. О, тут даже есть с подушками какая-то штука. Интересно, где они, на чем они катаются? Вот на этой, наверное, да, вот. Пшу, баба. Игры, в дартс играют. Идем с вами на пляж. Дорога на пляж проходит между растений. Здесь тень, круто. Цветочки. Еще один, ой, бассейн.
шезлонги, зонтики. С этой стороны то же самое. Шезлонги, зонтики. Идем дальше. Вижу понтон справа. Так, понтон. На первой береговой линии здесь у них бар. Сверху тент закрыт, закрывает от солнца. Идем дальше. Понтон отеля. Единственное, что там бич-бар, и он уже платно идет. Смотрим, что у нас здесь. Есть вот такие зоны для отдыха. Вход песок. Никакой гальки здесь нету. Огорожено, видите, металлические бортики стоят. Это для спуска, там дальше уже глубина начинается. То есть, чтобы дети не ушли. Я вижу, что там в воде идет бетонная стенка, скорее всего. Ну, или какая-то стенка, которая отгораживает от моря. Чтобы детки маленькие не уплывали. Смотрите, какой песок обалденный. Баскетбольная площадка. Извините, ошибся. Это волейбольная площадка. Неправильно увидел. Здесь вы играете в пляжный волейбол. Сверху сетка, везде по бокам сетка. Хотите поехать на отдых? Не знаете, как это сделать? Я вам подскажу. Вы можете воспользоваться или услугами нашей компании. Наш сайт viking.by в разделе «Контакты». Вы можете найти контакты менеджеров, связаться с ними, и мы организуем отдых, который вы хотите. Второй вариант. У нас есть удобная система онлайн-поиска и бронирования payviking.by. Заходите и все делаете самостоятельно. Подбираете тур, оплачиваете, дальше все делаем мы. Спасибо. До пляжа идти минуты три, но спуск и подъем. Тяжело по такой жаре, поэтому вы должны это знать, что здесь такое есть. Сейчас вам еще панорамный вид покажу сверху, с площадки. Рядом с отелем находится аннекс-корпус. Сейчас он не работает, у них собственный бассейн. Аннекс-корпус, основной корпус, они рядом. Дорога к пляжу, вот она. Маленький детский бассейн, взрослый бассейн, бар собственный. Также вижу, что там есть ресторан на первом этаже. Дальше в следующий отель мы идем пешком. Он находится рядом. Смотрите, какой громадный турецкий флаг.
Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать ваши комментарии, отзывы, я буду вам за это очень признателен.